Всем огромнейший привет! Это, конечно, Z590, как можно догадаться, поскольку присутствует компания Intel. И это не просто материнская плата от Asus. Видно, что это из самой топовой серии ROG, Maximus теперь уже 13. Такое шло приложение, можно сказать, тут сложно сказать, что к чему прилагается. Раз это Intel, то это процессор Intel. Rocket Lake. Почему именно так? Ну, не знаю, наверное, дизайнерам из Intel виднее. Ну, как-то вот я лично ожидал что-нибудь такого, ну, посимпатичнее. В комплект поставки входит два процессора. Самый топовый i9-11900K и поменьше i5-11600K. В связи с тем, что компания AMD с выходом 5000 серии перехватила инициативу компании Intel по выпуску самого быстрого игрового процессора, соответственно, сейчас все усилия потрачены на то, чтобы восстановить свое лидерство именно как игрового процессора. Что вот это означает, никто не знает, но есть одна догадка. Это жирная точка в сокете LGA 1200. Поскольку после этих процессоров этот сокет больше существовать не будет. Потому что других мыслей, что это означает, нет. Ну, я полагаю, что нет смысла никакого рассказывать о том, что собой представляет 11-е поколение процессоров. Думаю, что и так все знают. Вот такая плата. Это скажу, что это, конечно, не Extremus, самая топовая Asus, это да, ступень ниже. Теперь посмотрим, что входит. Ай-яй-яй, Asus, как не стыдно, а? В 21-м году и все еще класть вот это, а? Просто... Это для поддержки видеокарт. Ага. Судя по всему, один из них, один конец упирается в дно корпуса, другой поддерживает карту. Ну, в принципе, скажем так, конечно, удивительно, что это входит в поставку не видеокарты, а матплаты. Но, тем не менее, забавный и действительно приятный бонус.